Добрый день! Сегодня с Ромой мы вам покажем эко-книжку. Почему это эко-книжка? Потому что она была сшита на даче, на свежем воздухе, с птичьими трелями, с запахом цветов и чистейшим кислородом. Рома, давай, покажи, что у нас здесь есть. Это у нас обложка традиционная. Обложка с тучкой. И со снеговиком. Это у нас все на липучках. Тучка катается на этом сноуборде. А здесь попросили вышить имя. Сделали мы. И снеговичок у нас вот на таких липах собирается. Еще у него передергиваются. Привет, привет. Дальше мы открываем. Здесь у нас разворот джунгли. Ну, вам рассказываю, что тут у нас джунгли. Вот сюда мне не надо. Вот так. Кенгуру. Посади его обратно. Кенгуру на молнии. Дальше у нас здесь пальмы. Да, с обезьянкой. Вон прятался сафари. Здесь с обезьянкой. С обезьянкой. Обезьянка катается по лианам туда-сюда. И я вся такая заводная. Дальше у нас... пчелки. Лабиринт пчелки. Ром, покажи, как тут лабиринт. Пчелочки у нас на липунечках. И еще. А здесь сидит сова. Сова, открывай. Медведь пришел. Вон, совушек. Пчелка летает между сотами в лабиринте. У нас тут Ванька прискакал тоже. Ну все, понятно. А, тут еще пчелки, они на липочку. И волей залетают. Цветочки. Вот так давно не писали никакого видео, что я даже уже растерялась, что нужно говорить. Это у нас... лисичка. Лисичка. На липучке тоже. Страничка, да, из книжки «Времена года». Грибочки на шнуровке. Они у нас на таком карабинчике. На колесо он стягивается. Вот листья. Листья на липе. Яблочки на липе. Можно складывать в корзинку. Да, еще здесь солнышко и тучка. Облачко. Да. Перелистываем. Это у нас страница «Собери лицо». Здесь есть девочка. Можно менять глазки, можно губки. Вот. Девочка с усами даже очень ничего. Ушки и нос. Так, это я родовую соберу хочу. Найди пару потом. Ладно, Рома, сейчас я. Мы запишем, а то это очень долго будет, никто смотреть не будет. Вот разворот, найди пару. Здесь можно играть по расставлять. Это автобус, Ваня. Улитка, да, улитка. Утятки, да, утята. Утятки прячутся в своих скорлупках, вылупляются и плавают в пруду. Обратно давайте заклеим. Это у нас солнышко. Липучки и тут всякие пряталки. Вот сейчас Рома покажет нам интересную страничку со скалолазом. Как он... У скалолаза есть страховка, которая цепляется через колечки, продевается у скалолаза. Мама, есть... только так. Так, не спорить, парни. Когда наверх я заберусь, тогда... Трос? Да, давай, забирайся. Тогда... Мы с Ваней будем смотреть. Ты скажешь... Пошли. Тогда ты скажешь. Ура, я это сделала. Бурно. Вот. Давай переставляй ноги-то. Надо пониже чуть. Нет, наоборот, уже ползи наверх. Ну как тут отцепить? Как надо? Кашу-то плохо сегодня ел. Вот. Эта страничка, конечно, уже для деток постарше.
Ну, 3 плюс, 4 плюс. Ромке 5. Ну, Ромка-то у нас профессионал, у него кость старше спора стремить. Вот это у нас ползет скалолаз на Эверест. Да, тут вот у скалолаза палаточка. Там он может спать. Костырик поджечь, зажечь. Ну, давай. Тут прячутся у нас. Ну, скажи. Ура, ура. А сам ты не можешь сказать? Вот так от спива. Ура, я ура! Это сделал. Я люблю горы. Да. И теперь можно его на страховке. Пью! Оп! И я, ой, я пойду, я сварю себе чего-нибудь покушать. Вот такая вот веселая страница. И последняя страничка у нас. Это рыбалочка с морячком. Кораблик катается на веревке. Так, что еще у морячка есть? А, удочка, чтобы ловить рыбок. Морских обитателей. Да. Осьминог тут у нас, рыбки. Вот, поймал. Скат. Как всегда у нас сейчас все будут жить, смотреть и ничего не поймут на нашем видео. Все, складываем обратно. Ванюшка, ну-ка, вертай на родину. Вот, молодец. Да я все собирала. Ване мы не даем делать обзоры видео, потому что он еще у нас слишком активный. Я люблю ловить рыбу. Хотя у него есть своя книжка, он играет в ней большим удовольствием, но, к сожалению, не очень долго, потому что Ване больше интересует движение и всякие безобразия, шалости. Можно мне уже поиграть? Ой. Это Мишка, да. Вот такая веселая книжка. Можно? Вот такая книжечка у нас получилась. Очень яркая, сочная, ароматная, летняя. Хоть и на обложке у нас зима. Это кондиционер. Я шучу, конечно. Прохлада. Вот всего вам хорошего. Заказывайте, вы можете заказать у меня книжки под такие же, либо выбрать странички сами. WhatsApp, Viber, ВКонтакте, все свои контакты я укажу в описании видео. Спасибо большое, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.